Задача цифровой кафедры МГИМО – дать возможность студентам получить дополнительную квалификацию в области информационных технологий. На цифровой кафедре МГИМО ты можешь научиться программировать, работать с данными, создавать и продвигать цифровые продукты. Даже условному лингвисту или историку обязательно нужно знать про анализ данных, уметь немножечко кодить для того, чтобы быть успешным в своей специальности. Сейчас драйвером все больше и больше для российской экономики становится IT-сфера, и сотрудничество со школой С21 в целом с экосистемой Сбер является ключевым. Цифровая кафедра МГИМО – твой шаг в цифровое будущее.